Друзья, всем привет, меня зовут Эрик Шоков, вы на канале Шок. И в CSGO вышло обновление. Оно отличается от других, потому что я записываю ролик. Три апдейта, но какие же они серьезные. Давайте начинать. Первое, это понерфили эску. М4-1С стала слабее. У вас сейчас на экране разница по количеству урона. И на самом-то деле разница маленькая, но вы ее ощутите. Я думаю, на одну пульку больше вам придется тратить на каждого противника. Второй момент. Теперь у нас в АВП не 10 пуль, а 5. И это абсолютно не шутка. Такие идеи уже были на просцене, люди об этом писали на Reddit, и это случилось. 5 пуль в АВП. А вот то, что точно не шутка, это отсутствие карты Dust 2 на мажоре в 2023 году в Париже. Ее не будет, потому что сегодня карта Anubis Abobus заменила Dust 2. Что это такое? Почему это случилось? Сегодня я вам покажу и расскажу об этой карте. Перед тем, как начнем, попрошу поставить лайк под этим роликом. Давайте наберем 20 тысяч. Я записываю ролик прямо после обновы и, надеюсь, опубликую сегодня до вечера. Новая карта Anubis. Она заменит легендарную и, не побоюсь этого слова, самую известную карту среди всех игр. Dust 2. Давайте посмотрим, насколько она готова стать заменой нашей любимой пыли. Левел дизайнера карты это GD40, Yakuza и Royal. Они уже были заметны в игре. К примеру, их карты Ravine, Biome, Hive и County уже были добавлены в игру ранее. Впервые Anubis был представлен только в режиме Scrimmage 31 марта 2020 года. Но уже 10 апреля Anubis был переведен из Scrimmage в Competitive. Это произошло всего через 10 дней после появления в игре, что является очень серьезным показателем. 3 мая 2021 года Anubis был удален из игры, и к десятилетию Counter-Strike эта карта была повторно добавлена в обновлении от 16 августа этого года. И наконец, сегодня, 18 ноября, она вновь была добавлена в группу Active Duty, и это означает, что на следующем мажоре в Париже будет именно она, а не привычный нам Dust 2. Ее действия происходят в Египте. Это все, что мы знаем об этой карте. Ну а сейчас давайте посмотрим, что она из себя представляет, сыграв на ней пару каток с Кириллом Варпачом. Ну что, мужики, здорово. Первая катка, первый день, первый раз Dust 2, пока. Let's go! Let's go. Let's go. Голосы на понижение тут по возрасту. Так, идем на А, да? Боже, это кому-то Valorant, я не знаю, карта похожа немножко. Сзади. Тут дай его. Хорошо, но по ФПС у вас как? Плавность есть какая-то? У меня вроде окей все. Вообще окей. Нормально, все. Вообще все кайф. Ну, это стилистика Dust 2, да? Ну, похоже, кстати, да. Но она такая же, она называется как Anubis. Она такая. Давай шок. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Найс трай, хорошо, хорошо. Попробуем. Давайте Б посмотрю, как выглядит. Так, а где бомбу ставить-то в итоге? Это Valorant, я тебе серьезный. У меня флешбеки с Valorant, а почему? Бля, он слева, там же, да. Туда его, слушай. Такая динамичная сейчас была ситуация, ретек был приятный. А, карта маленькая. А большая. Большая. А, ну хотя, ну если посмотреть большая, ну так-то она маленькая, кажется, нет? Мы типа так быстро пробегаем на плен. Это да, да. Туда его. Так, я наконец-то, я открываю новую локацию, я зашел на их базу. У тебя просто туман войны рассеялся, ты такой открыл, знаешь. Как в НФС-ке миссию прошел, у тебя новый город открылся. Как Васиди у моста. Да-да-да. Какая большая закладка. Зеленый прям за тобой, справа. Серьезно, тут нельзя ставить бомбу, это было бы так круто. Боже. Ну такая открытая площадь. Ну это, конечно, неплохо. Dust 2, конечно, жалко. Уже второй раз удаляют. Слушай, мне пока нравится играть здесь. Не знаю. Ну, не... активненько, быстро вообще каточка идет. Так, нам нужно пойти на мидл. Так, ну что, полетели. Ой, на Б залетают. На Б залетают. По крайней мере, флешки нормально залетели. Сзади, оранжевый. Убил его. Слушай, нормально. Я тебе серьезно, мне нравится. Я думаю, мы на ней можем даже сыграть турик. Если хотим уничтожить их. 100%. Знаешь, тут чисто стрельба, мне кажется.
Нет, тут чисто так, знание карты, мне кажется. Ну, тоже, да. Тут заходов на одну позицию просто по два штуки. Но знаешь, какая особенность карты? Она очень тесная. То есть ты можешь взять по 90, даже если не знаешь карту, если плохо стреляешь, и просто зажимать, сидя в каких-то углах. Она очень тесная. Ох, ни хрена. Хорош, Акиома. Лучше. Ты обошел просто их? Нет, 5 пуль! Пять пуль, это просто нечто. Блин, просто сейчас стрелять в стены, это уже не так аккуратно можно делать. Тебя могут зарезать. Ладно. Но наша цель в этой игре была не выиграть, так что нормально. Ребят, спасибо за игру, но давайте еще одну пойдем. Вау. Вау. Нифига. Том Райдер чисто. Расхитительница гробниц. Блин, столько динамичности здесь. Есть какой-то кек. Не халдят, походу. На эти молотовы. Кто они такие? Ванвей создаем. Красава. Я им на Б откинул. Так, есть. Сиди так. Ожидаемо. Ожидаемо, думаешь? У тебя... Забыл выстрелить. Да, больше нет авика. Куда его? Там же последний. Молодцы, ребят, важный раунд. Красавчики. Все, сейчас еще один забираем, и они идут нахрен. Да. Спасибо за игру, ребята. Лучше. Молодцы, спасибо, было круто. О, а мне вторую звезду дали, класс. Слушай, какие можно сделать выводы? Мне на самом деле карта понравилась. Мне тоже понравилось, в принципе, было неплохо. Выглядит классно, бит имеет. В общем, ребятки, советую вам всем поиграть. На Сабишоке эта карта появится в течение 4 дней. Нам нужно сделать десматчи, ретейки. Но на дуэлях появится чуть позже, потому что... Карту будет часто менять. Не забудьте подписаться на канал. Это был очень быстрый ролик. Надеюсь, вы это оценили. С тобой был я, Эрик Шоков, и мистер Варпач Тесловод. Да, всем спасибо, и лайк еще не забывайте ставить. Пока, ребят, спасибо. Пока.